Python поставляется с батарейками в комплекте, и стандартная библиотека Python предоставляет поистине широкие возможности для программирования. Однако, помимо стандартных библиотек, существует огромное число дополнительных, которые вы можете скачать и установить к себе на компьютер и использовать как любые стандартные модули. Давайте посмотрим на нескольких примерах, как это можно делать. Начнем мы с библиотеки Request, которая позволяет взаимодействовать с удаленными серверами, посылать запросы на удаленный сервер и получать ответы. Давайте возьмем, для начала установим себе эту библиотеку или убедимся, что она у нас уже установлена. Для этого открываем терминал и запустим установку. Для установки библиотек мы будем использовать менеджер пакетов Conda, который в свою очередь использует для установки пайтоновских библиотек, часто использует pip. Это стандартный менеджер пакетов Python. Однако нам будет удобно использовать Conda, потому что она позволяет использовать не только питоновские библиотеки устанавливать, но и дополнительные библиотеки, написанные на других языках программирования. Нам это будет полезно, когда мы будем устанавливать NumPy и Matplotlib, где часть кода написана на других языках программирования. Итак, для установки request мы напишем conda install requests. Происходит процесс установки. В моем случае уже эта библиотека установлена, последняя версия. В вашем случае тоже она может быть уже установлена, а может быть надо будет установить либо обновить на более новую версию. Итак, когда у нас установка завершена, мы можем писать программу и использовать библиотеку request, как будто бы это стандартная библиотека. То есть также стандартно импортить функции из нее и использовать. Итак, какие функции можно использовать там? Для того, чтобы понять, какие функции использовать, надо смотреть документацию конкретной библиотеки, конкретному модулю. Для библиотеки requests это находится на docs.pythonrequests.org. Там есть раздел «Быстрый старт», где вкратце описано простейшие базовые возможности этой библиотеки, как делать интернет-запросы, HTTP-запросы и получать ответы. Давайте посмотрим маленький пример, небольшую программу, как мы будем делать запрос. Первым делом мы в нашем файле заимпортили requests. Дальше давайте сделаем простой get-запрос, такой простейший. Мы обращаемся к адресу example.com и получаем ответ с этого адреса, то есть фактически получаем содержимое интернет-страницы, которая записана по этому адресу. Для того, чтобы вывести содержимое, которое мы получили в виде текста, то есть в виде такой большой строки, мы используем r.text. R — это ответ от сервера, response, и r.text позволяет получить текст, текстовое представление этого ответа. Если мы запустим в интерпретаторе этот наш скрипт, в той папке, где у нас он сохранится, мы пишем python rec.py, запускаем. Так, я сохраню файл. Так, он у нас сохранен, и теперь мы запускаем и видим, что выводится содержимое интернет-страницы по адресу, к которому мы обратились, то есть по адресу example.com. Это HTML-страница, которая там оформлена со всеми тегами и так далее. Помимо запроса по конкретному адресу, мы можем передать параметры дополнительные в запрос. Для этого можем указать при запросе get, при функции get, мы указываем адрес, по которому мы обращаемся, и словарь из параметров. В нашем случае используется ключ, значение, ключ 1 значение 1, и ключ 2 значение 2. И мы передаем этот набор параметров и делаем get запрос. Результат, то есть ответ от сервера, сохраняется в переменную r. И дальше мы можем вывести точно так же r.text, можем вывести r.content. Это все содержимое, полученное от сервера удаленного. А можем вывести r.url. Это тот адрес, который сформировался с учетом тех параметров, которые мы передали в запрос. Давайте посмотрим, что получается. Если мы запустим сохраненную... и запускаем.
Ну вот сначала вывелась страница, содержимое страницы, и в конце вывелся адрес, URL-адрес, который сформировался в результате присоединения к адресу значений параметров k1, k1, value1, k2, value2. Они разделены специальными знаками, которые стандартные при формировании GET-запросов. Ну, еще пара примеров. Здесь ниже показывают, как можно использовать cookies, передавать cookies на удаленный сервер, либо принимать cookies от удаленного сервера. Фактически, cookies представляют из себя точно такой же словарь из параметров, которые точно так же передаются еще одним параметром GET-запроса. А полученные cookies можно получать значения, также рассматривая cookies как словарь.